Пожалуй, редко найдется в наше время человек, который бы не был знаком с выдающимся произведением Леонардо да Винчи, его картиной «Мона Лиза», она же «Джоконда». Картина написана Леонардо да Винчи около 1503-1505 годов. Одна из имеющихся версий считает, что картина является портретом Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джоконда. Интересна и судьба картины. 22 августа 1911 года хранившаяся в Лувре картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» была украдена. Буря возмущений захлестнула Францию. Газеты писали самые нелепые домыслы, обвиняя порой невинных людей в краже картины. В начале 1914 года похититель Джоконды, итальянец Винченцо Перуджа, направил письмо итальянскому антиквару Альфредо Джерри, в котором предложил передать ему безвозмездно или, может быть, за какие-то небольшие деньги шедевр Леонардо да Винчи, причем не копию, а подлинник. Они встретились, и эксперт установил, что это действительно подлинник этой картины. Коллекционер сообщил в полицию, и Перуджа был арестован. Он заявил впоследствии, что его мотив был патриотический. Он хотел вернуть Мону Лизу на ее родину, в Италию. Полгода Джоконду выставляли в музеях Италии. Однако итальянцы вынуждены были вернуть картину во Францию, поскольку она на законных основаниях принадлежала ей. После смерти Леонардо да Винчи в 1519 году ее приобрел король Франции Франциск I. Так картина попала в Лувр. Сегодня для ее экспозиции создан специальный зал стоимостью 6 миллионов долларов. Картина хранится за толстым пуленепробиваемым стеклом. Итальянские специалисты, исследуя знаменитое полотно Леонардо да Винчи, обнаружили в правом глазу Моны Лизы две буквы «Л» В. Искусствоведы предположили, что буквы по всей вероятности означают инициалы художника. А вот если внимательно рассмотреть арку моста за левым плечом Моны Лизы, то, как утверждают специалисты, можно увидеть число 72. На нашем кадре это не видно, но специалистам видней. Этот мост находился в Италии, в городе Бобио, и был разрушен в 1972 году. Тем самым великий Леонардо да Винчи оставил свое послание, чтобы можно было идентифицировать этот мост.